Здравствуйте, с вами Татьяна Рыцкая и проект НПЦРИЗ Бьюти. И сегодня в нашей студии в гостях врач-косметолог, физиотерапевт, заведующая отделением больницы Святой Луки Старовойтова Наталья Игоревна. Можете поприветствоваться. Здравствуйте. Почему именно пригласили Наталью Игоревну? Потому что она очень знает интересную и ценную информацию о том, почему бывает серый цвет лица, почему годами у женщин бывают комедоны, они ходят к косметологу, пытаются их все время удалять, чистить лицо, но они появляются снова и снова. И как раз этот секрет, что сделать для того, чтобы комедоны ушли с вашего лица навсегда, чтобы ваше лицо было светлым и красивым не только от масок и пилинга, а именно потому, что оно будет светиться, то, что будет сиять изнутри, кожа будет здоровой. Именно вот такие секреты расскажет нам Наталья Игоревна. Так от чего же зависит все-таки то, вот почему у людей бывает серый цвет лица у женщин? Ну, дорогие слушатели, серый цвет лица – это, конечно, комплексная проблема, и Татьяна сказала, конечно, пилинги, чистки, уходы – это все нужно, но все должно быть в комплексе, и поэтому надо разбираться, ну, и смотреть, что же все-таки основная причина, послушать жалобы пациента. Мы смотрим не только клинический анализ крови, мы смотрим УЗИ брюшной полости. Мне очень интересна тема дискинезии желчеводящих путей, когда нарушается отток желчи. Хирургически это только удаление. То есть обычно предлагают удаление? Да, если есть камни, то тогда в основном лечение это удаление, но мы никуда от проблемы не уходим, и желчные протоки у нас так и остаются. Поэтому, конечно, это комплексный подход, и нужно не только посмотреть состояние желчной системы, не только состояние брюшной полости. Вот, поэтому... Смотрите, многие люди считают, что если удалили им желчный пузырь, что проблема решена, а на самом деле, то есть то, что остаются протоки, они точно так же, да? Конечно, у нас в сердечной кишке есть мышца, она называется сфинктероди, это гладкая мышца. Вот, и она находится как раз в 12-перстной кишке. И как только мы испытываем какой-то стресс, спазм, это мышца. И мы знаем, что мышца – это мышечный орган, поэтому, если мы нервничаем, поэтому латынь холедах, это холерик, да? То есть это наши эмоции, это когда мы не гармоничны. У нас происходит застой желчи, которая, желчь у нас где вырабатывается? В печени. А именно желчь это и антибиотик, и микотик, и противовирусная система. То есть печень это фильтр. Куда желчь идет? Она идет в 12-перстную кишку. И поэтому происходит спазм, желчь застаивается, и поджелудочная железа, желудочный сок также застаивается, происходит застой. Это будущие панкреатиты. Это связь не только желчного пузыря, но и поджелудочной железы. Поэтому, конечно, наши психосоматические состояния – это первично. Что предлагают физические методы лечения? Снять спастику, ну, это какие-то… Выпить ножку. Ну, да. Самое первое. Это, да, есть различные ножпа, это препарат, который расширяет все, там, где нужно расширить все, это и минус этого препарата. Поэтому есть другие препараты, которые конкретно работают на мышцу. Но опять же, это все временный эффект, поэтому, конечно, это комплексная терапия, поэтому надо работать с пациентом, назначать и терапию, и фито, конечно, и физические методы, и работать с пациентом. Вот, ну и все должно быть в комплексе. Поэтому хороший врач – это, конечно, семейный доктор. Согласна. Вы считаете, что в организме все связано? Да, и кожа – это секреторный орган, поэтому мы видим и эластоз, это когда мы видим мелкоморщинистый тип старения, серый цвет лица, папулопустулезный элемент. Почему мы сразу отправляем к гастроэнтерологу? Потому что я изначально дерматовенеролог. Ну, мы не стали говорить, что косметологии, да, поэтому именно все экземы, состояние целостности кожи вокруг, конечно, это внутреннее состояние. Мы вот с желчным пузырем с вами затронули три момента. Это и поджелудочная, и желчный пузырь, и язвенная болезнь, желудочно-кишечный тракт. То есть это состояние, конечно, всех систем. Поэтому косметолог очень часто является тем специалистом, который в будущем будет отправлять грамотный косметолог, а не просто почистит и отпустит пациента. Нет, конечно же, нет. Да. Ну, хотя многие на этом делают бизнес. Они не рассказывают. Не нужно ничего рассказывать и ждать человека каждые 2 недели, чистить, но, опять же, это просто сигнал. Кожа – это сигнальный орган. Наша задача – помочь как раз женщинам, которые хотят научиться правильно ухаживать за собой. Поэтому, если у вас серый цвет лица или постоянно появляются вновь и вновь комедоны, то есть смысл пойти обследоваться. Конечно. Да? Чтобы узнать, что у вас с желчным пузырем, что у вас с поджелудочной. Да? Правильно? Конечно. Хорошо. Смотрите, а почему вот цвет лица получается серый? Желчь накапливается в желчных протоках. И опять же, это сигнал. Кожа секреторный орган, поэтому мы видим в холедах именно накопление камней. Печень – это фильтр, да, как мы сказали, в печени как раз желчь вырабатывается. И это застойное явление. И кожа так реагирует. То есть она серый, да, поэтому говорят, желчный человек – это серый цвет лица. Также системы, все системы для похудения, это диетологи. Первое, что они должны начинать с детоксикации, потому что желчный пузырь – это вообще президент. Поэтому японцы считают, что живот, конечно, это 3-й мозг человека. Вот. Да, поэтому, опять же, и проктологи также, они будут, пациенты могут жаловаться на запоры. Опять же, это система, именно гепатобилиарная система, ну, это печень, да, то есть это печень. Вот. Мы работаем также в косметологии с плазмотерапией. Так вот, плазма, что интересно, плазма тоже желтого цвета, и жир желтого цвета, и жир желтого цвета, поэтому избавляться абсолютно, как хирурги предлагают, делать липосакцию, это тоже не этиопатогенетические, потому что как раз-таки наши жировые клетки, адипоциты, они связаны с костным мозгом. Как раз-таки жир трансформирует именно вот костный мозг, поэтому тут такая палка о 2 концах. Поэтому надо работать с детоксикацией. Поэтому иногда по телу, к нам же приходят не только чистки, мы работаем и по телу. Это липолитические коктейли мы вводим, дренажные, детоксикации. Первое, что это детоксикация. Поэтому, конечно, правильно начинать с детокса и в косметологии, и в трихологии волосы люди приходят. Это тоже стресс, поэтому, конечно, все в комплексе. То есть правильно рекомендовать, например, клиентам, партнерам, которые пользуются продукцией. У нас есть система детокс чаи, созданные по аюрведическим рецептам. То есть получается, что нужно обязательно включать. Да? Когда это первичный пациент, который уже знает, что у него есть загиб желчного пузыря, уже стиль своей жизни он должен поменять, потому что загиб – это уже измененный орган, и пациент уже должен научиться с ним жить. Поэтому такие пациенты с дискинезией желчеводящих путей. Расскажите об этом побольше. Дискинезии их много. Дискинезия, да, есть по гипотипу, есть по гипертипу. То есть гип – это снижен, в основном это уже пожилые люди, гипертип – это как раз-таки и смена настроения, это когда ток желчи тоже нарушен. И поэтому такие пациенты должны с утра начинать, конечно, свой жизненный путь с именно оттока. Желчь накопилась, утром мы просыпаемся, нужен именно дренаж. Поэтому это фиточай, конечно, да. И если пациент, руководитель или неважно, он знает, что в этот день он будет активно. То есть желчь вырабатывается только тогда, когда мы кушаем. И поэтому, когда мы что-то кушаем, у нас желчь вырабатывается. Если мы не кушаем, почему так опасны длительные приемы, да, редкие приемы пищи, потому что желчь накапливается, и потом она как раз-таки становится камнями в желчном пузыре. Поэтому вот схема, почему в диетологии правильно, маленькими порциями, но часто. То есть те дамы, которые стараются похудеть, и я знаю, есть такие, которые говорят, я после 16:00 не ем, я после 18:00 не ем, а ложатся значительно позже. Получается, они вред себе делают? Конечно, конечно. Эта система желчь должна вырабатываться. И поджелудочная железа ложится спать в 9 вечера. У каждого органа есть свое время. Почему люди с бронхиальной астмой задыхаются ночью? В это время, в 2 часа ночи, бронхи активны. То есть видите, какая схема, связь именно системы органов. Поэтому за 4 часа до сна. Конечно, ночь это сон, поэтому наш именно гипофиз отвечает за сон. Поэтому дамы, которые хотят похудеть, они, конечно, должны ложиться спать до 12 часов. Поэтому это первое, это секрет молодости. Да, до 12, потому что до 10 часов отдыхает. Именно в 10 часов, если мы ложимся спать, у нас отдыхает нервная система, а после 12 у нас уже отдыхает именно органы уже отдыхают. Поэтому, а первично, конечно, потому что связь и неврологии, она, конечно, первична. Потому что эпифиз, мы говорим нейроэндокринная патология, женщины в менопаузальном периоде часто приходят, говорят, ой, уколите гиалуроновую кислоту, что-то, да. Они приходят как раз-таки не только серым цветом лицом, а именно дряблость, брыли, ну, основная причина. И, конечно, с такими женщинами надо работать и с эндокринной системой. Гинекологи, эндокринологи рекомендуют гормоны, но первично это, конечно же, работа с эпифизом. Фитоэстрогены, да, эпифиз, обязательно, яичники, эпифиз, да, фитоэстрогены, конечно, да, это первично. Нейроэндокринная патология. Нейроэндокринная. Эндокринка, она, конечно, связана и с гепатобилиарной системой, и с желчным пузырем, и с 12-перстной кишкой. Это все связь, это одна система. Нельзя лечить один орган и какой-то орган забыть. Поэтому это комплекс, конечно, комплекс. А если мы свяжем эмоции, то, что сейчас, да, вот, модно говорить, и как раз вы в начале разговора озвучили это. Да, резко. Если связать эмоции и желчный пузырь, и как следствие потом серый цвет лица. Какие эмоции дают нам серый цвет лица? Удивительно, но то, что доказали ученые, оказывается, когда мы переживаем и радуемся, сфинктер роди входит в спастический процесс. Именно и радость чрезмерная, то есть это нестабильность эмоций. Поэтому холедах по латыни, желчный пузырь, стал холериком. Да? Это наши Пушкин, Лермонтов, это люди, которые могут добиться, это быстрое движение. То есть это нестабильность эмоций. Поэтому психосоматика, конечно же, да, первично. Можно пить гептопротекторы, можно пить чай, но быть внутренне нестабильным. То есть стиль жизни должен меняться. Гармония должна быть. Конечно. То есть вот выражение «радоваться жизни нужно тихо», вот оно как раз это истина. Здесь, да? В этом истина. Потому что считают многие, вот, если радость, то есть она должна выражаться там. Это тоже нестабильно. Это тоже неправильно. Учиться быть гармоничными. Ну, правильно, неправильно, да. Такого не существует. Нет, но не в этом, я имею в виду то, что для здоровья. То есть важен баланс, золотая середина, как говорится, гармония, да? И тогда все будет работать хорошо. Все будет работать отлично. Хорошо, расскажите еще вот, мы поговорили о сером цвете лица, да? Затронули комедоны. Понятно, что причина у нас идет вот с желчного пузыря, то, что вы сказали, да? А еще, почему в каком-то случае просто серый цвет лица, а в каком-то случае комедоны? То есть, как они образовываются? Ну, комедоны – это акне. То есть, это тип акне, болезнь, да? То есть, есть и папулопустулезные элементы, есть различные классификации, но это уже акне процесс. Тут надо включать уже и желудочно-кишечный тракт, конечно. Смотреть на кислотность пациента, что он кушает. Потому что много работ на эту тему существует. Если мы окисляемся, то есть наша среда становится кислая, начинают селиться паразиты. Да? А паразиты, это как раз-таки многие пациенты приходят, сейчас очень много аллергодерматозов. Вот, помимо, то есть они могут прийти и с акне, и с комедонами, да, как раз черные точки, вот, то есть надо работать и с, но опять же это печень, это детоксикация, мы опять приходим к желчному пузырю, поэтому, да. А если брать, да, вот тот момент, чтобы постоянно поддерживать печень, то есть насколько важно и чем хорошо, какими средствами, препаратами хорошо поддерживать печень? Как вы считаете? Вот, я понимаю, вы человек, который развиваетесь, вы постоянно на конференциях, на конгрессах, вы узнаете все новое. Вот расскажите, что сейчас есть вот такого, что вы можете рекомендовать своим клиентам, нашим зрителям, что сейчас эффективно и вот в комплексе? Но мне нравятся препараты и желчегонные, конечно, сборы, да, они, конечно, работают с желчью. Мне нравятся фитопрепараты, да. Мне нравятся препараты из группы пептидов, потому что пептиды – это белки, а белки – это аминокислоты. И если мы, например, выдаем ферменты той же поджелудочной железе, то мы не учим ее вырабатывать, мы, наоборот, ее расслабляем. И чем отличаются пептиды, как раз вот, да, то, что они, у каждого органа есть определенная память. И в данном случае пептид, аминокислота, выступает как память для той же печени. Вот. Поэтому есть такие препараты, как Светинорм из группы пептидов. Мне он очень нравится. Для печени, да? Да, да, это препарат для печени. Вот. Здорово. Насколько важен пептид сосудов, когда мы восстанавливаем печень, например, Венфорд? Нужен? Нет? То есть можно принимать только Светинорм, который восстанавливает клетки печени? Или все-таки то важно еще задействовать и сосудистую систему? Конечно, сосудистая система – это первично. Вот в Европе такого диагноза, как венефит-сосудистый, синдром, его не существует. Мы летаем на конгрессы. В России это, конечно, существует. Первично пациент придет даже не с серым цветом лица, а с сосудистым неврозом. Розация, это уже другой диагноз, это уже тоже розациоподобные угри, именно розация, сосудистый невроз. Это причина в нашей стране, это атеросклероз сосудов, это инфаркт миокарда, мы сейчас затрагиваем тему вообще глобально. Да, то есть люди от этого умирают, это первично, то есть первая болезнь, которая у нас стоит вообще, ну, в Российской Федерации. Поэтому Венфорд нужен не только пациентам с гепатобилиарной системой, то есть с патологией желчного пузыря, именно протоками, да, желчного пузыря, то есть, а еще и сосудистый генез, то есть тут уже и купероз сосуды, что мы делаем? Мы удаляем лазером, да, и потом пациент опять к нам приходит, то есть мы должны рассказывать пациенту, как жить, стиль жизни менять. То есть, конечно, причина-то не убирается. Да, потому что сосуды, да, сосуды это вообще все, всем профилактически. Стареть мы начинаем после 25 лет, к сожалению. Да, и когда уходит, почему говорят, песок сыпется, со старика песок сыпется, недостаток кальция, да, то есть это тоже, об этом тоже надо говорить. Поэтому это, конечно, все комплекс, но сосуды первичны, мы же ходим, к счастью, мы ходим на двух ногах, животные на четырех, у них, конечно, не так все хуже, потому что, опять же, опорно-двигательный аппарат. Поэтому сосуды, конечно, да. Сосуды не только, когда вот гипертоническая болезнь, это уже другая тема, но, опять же, это сосуды. Есть же сосуды, люди жалуются на мигрень, они приходят к нам, к косметологам, и мы ботулотоксином помогаем, блокируем высвобождение ацетилхолина, нервного медиатора. Но мы должны не забывать о том, что сосудистая система, она, конечно, первична, кровоток. Поэтому, опять же, мы сейчас затронули одну систему, но комплекс. И, к сожалению, что медицина, вот советская медицина, она не делила так человека, как современная медицина. Мы немножко сейчас идем к тому, что как вот Европа, узкий специалист. Все, я не дерматолог, не моя проблема, все, идите к гастроэнтерологу. И очень часто пациенты начинают болтаться. Ну, такое плохое слово, но болтаться от врача к врачу. Поэтому это немножко... Один врач решает одну проблему, другую. Да, а есть система, есть целостность. И об этом нельзя забывать, поэтому физические методы в комплексе, конечно, они великолепны. Вот. Да. Можно сказать так, что если человек приходит к косметологу, то очень здорово, когда косметолог врач и когда он может комплексно подойти комплексно, не только снаружи, да, решить вопрос. Конечно, женщина хочется сразу прийти. Обычно они видят сразу эффект, потому что косметология – это как раз-таки та специальность, когда пациент тебе доверяет, потому что ты можешь ему показать сразу, до и после. Поэтому нам, конечно, нежели чем другие врачи, ну вот и пластический хирург, конечно, тоже, нам легче доказать человеку, потому что мы, к сожалению, привыкли увидеть сразу результат. А то, что творится внутри, как восстанавливается. Да, люди иногда даже физические факторы. Мы же вот на отделении в клинической больнице Святой Луки, у нас спектр услуг великолепный, у нас немецкое оборудование, все новое, ванны, грязи, токи. И чем удивительно, мы можем сходить в аптеку, купить какой-то препарат, а мы можем с помощью физического фактора на длительный период времени сохранить лекарство. То есть с помощью токов, с помощью водных процедур. То есть это великолепно. Вы предоставляете комплексные услуги? Конечно, да, конечно. То есть и на базе клинической больницы, то есть люди могут действительно обращаться к нам. И это великолепно. Наталья Игоревна, вот к вам такой вопрос, наверное, для вас будет неожиданным. Вы прекрасно выглядите, и у каждой женщины есть какие-то свои секреты. Вот назовите 3 любимых продукта питания, которые вы считаете, которые вы любите и которые считаете полезными вот для красоты, для здоровья. 3 продукта? Но мне очень нравится имбирь. Чем именно? Я тоже люблю имбирь. Но имбирь очень хорошо, именно это желчаток. Да. А в каком виде вы употребляете имбирь? Это фито-чай, это фито-чай, конечно, да. Чай с имбирем. Еще что? Какие продукты? Еще 2. Еще 2? Да. Я очень люблю яблочки. А яблоки за что любите? Яблоки, ну это витамин С. Это опять же сосуды наши. Я пациент с розацией, я как раз таки имею сосуды. Я использую косметологию, конечно, в арсенале, но еще я и пью Венфорд, вот. Ну и я, конечно же, люблю бананы, так как у меня большие нагрузки физические, эмоциональные, и мне нужен серотонин, гормон радости. Это психосоматика, правильно? То есть быстрый доступ к эмоциям. Да. Здорово. Ваш рецепт: имбирь, яблоко, банан. Мой рецепт: физические методы лечения, пептиды и внутреннее гармоничное состояние. А что для вас есть внутреннее гармоничное состояние? Как вы его сохраняете? Ну, я обычный человек, поэтому, конечно, сложно его сохранить в нашем современном мире. Поэтому я и пользуюсь душами шаркул, грязи лечебницы. Вот, у меня хорошие специалисты, поэтому я к их помощи всегда прибегаю. Но это так, потому что в современном мире это очень сложно. Самому один в поле не воин, поэтому и коллеги есть каких-то специальностей, даже гастроэнтерологии, когда ты отправляешь и смотришь дополнительно проблему. Но очень часто приходится решать в комплексе, и многие пациенты, конечно, таблетированную терапию не очень хотят. Ну, хотят употреблять только лишь как монопродукт, поэтому современный мир, к сожалению, к счастью, обязывает нас смотреть вокруг. Ну, здорово, в принципе, сейчас люди все больше и больше приходят к тому пониманию, что здоровье, что красота – это уже следствие здорового организма, что каждая женщина, она уникальна и индивидуальна, да? Да. И в этом красота проявляется. Но именно красота, она раскрывается тогда, когда человек здоров, когда светятся глаза, когда, да, вот чистая, бархатистая кожа. Да. Я как раз на вашу передачу пришла не накрашенная, показать. Да. Конечно, есть какие-то дефекты у косметологов, это все бывает, но когда человек внутренне гармоничен, и женщины, мы часто приходим, мы просто себя не любим. И в основном иногда женщина просто, ты уже видишь, сначала ты должен спросить, что ей не нравится, а потом уже что тебе, что ты, как ты можешь помочь в комплексе поработать с пациентом, потому что не всегда совпадает то, что человек сам видит в себе, и то, что я вижу. Поэтому тут может быть возникнуть и маленький конфликт, поэтому в первую очередь мы должны слушать женщин. И очень часто получается, что женщины просто тебя не любят, поэтому вот. Но идеализм в чистом виде, поэтому тоже это плохо. Поэтому должен быть вот баланс вот во всем. Также в косметологии мы сейчас тоже видим косметологию немножечко измененную. Понятие красоты, оно, конечно, у всех свое. Вот. Но я за то, чтобы не равняться под шаблоны и по шаблонам, вот, а раскрывать максимально себя. Я считаю, что каждый человек создан уже красивым, и главное это видеть и увидеть, и показать точно так же окружающим. Потому что когда ты видишь красоту в себе, то ты можешь, да, усилить, отточить. Как я говорю, совершенству нет предела. Вот как раз мы говорили об идеализации, что, конечно, если там скажу, что я без изъяна, да, вот, и мне ничего не надо, то как раз это не тот вариант. Я считаю, что совершенству нет предела, и все равно смотришь на себя, радуешься тому, что у тебя есть то, что красиво и прекрасно, и стараешься сделать еще лучше. Вот. А скажите, что для вас любовь к себе? Ну, любовь к себе – это просыпаться и говорить, что ты красивая. Нужно себе, кстати, напоминать, что ты красивая, потому что знать и говорить, так же, как и близким людям. Они знают, но надо говорить, потому что мы, к сожалению, люди и имеем Иногда, ну, кто-то нам что-то сказал, что-то мы там внутри подумали. А на близких срываемся чаще, чем... Потому что они ближе, их легче обидеть. Вот, поэтому к себе тоже нужно относиться, доказывать что-то, каждое утро говорить. Рецепт красоты – это говорить, просыпаться и говорить. Я красивая, я замечательная, добрая, вот, я любимая. Это тоже очень важно, потому что, опять же, мы себя уговариваем. А это психосоматика. Так работают и психотерапевты. То есть мы своими словами влияем на себя. Да, слово. Сначала было слово. Поэтому идеализм, как и в Библии, да? Идеализм, именно ангел, который был самый умный, самый талантливый, он как раз-таки назывался дьявол. Он же предал Бога. То есть он был самым лучшим. Поэтому идеализм в чистом виде – это дьяволизм. Да, мы за то, чтобы стремиться к совершенству. Ну, да. А совершенство тоже интересно. Очень мы недавно прилетели с Италии, был международный конгресс. Если совершенство, то наша одна половина лица отличается от другой. И если две половины будут совершенны, то это уродливое лицо. Поэтому природа не дает нам быть совершенными. Правильно, мы котенка какого любим. Мы вот, если он беленький, там рыжая ушка, ой, какая лапочка, да? А у себя, если смотрим, что не все идеально, боже, я не такая, как все. Да? А как раз в этом и прелесть есть, красота. Да. Поэтому, с одной стороны, да, физически, вот насчет физических методов, назначаются препараты, вот транквилизаторы, да, допустим, чем, с одной стороны, да, ты помогаешь пациенту. Вот в лечении акне первое, что ты должен успокоить пациента, первое, что это не экскорировать комедон, не удалять, то есть мы разносим стафилококк, то есть опять же мы приходим к тому, и это целая моя работа, которой я сейчас занимаюсь. Мы делаем УЗИ брюшной полости, и каждый пациент – это дискинезия желчеводящих путей и загиб желчного пузыря. То есть, опять же, наши эмоции, когда мы ковыряем, мы разносим, то есть мы усугубляем течение болезни. И опять же мы приходим к эмоциям. Поэтому надо работать с пациентом. Первое, что надо успокоить. Очень часто мужчина обращается: вот там у меня прыщик, вы назначили, вот у меня там не прошло. Стиль жизни. Когда мы начинаем нервничать, секреция желез увеличивается, это андрогения. Почему? Женщина приходит с выпадением волос. Еще одна проблема. Это андрогения. Часто, потому что женщина в современном мире превращается в мужчину. Секреция желез усиливается, стресс. Стиль жизни не поменял. Любой, самый дорогой крем назначен, не будет помогать. Мы опять приходим к чему? То есть, когда мы в стрессе, у нас секреция желез усиливается. Это и выработка жира кожного сала, и акне, комедоны, папулопустулезные элементы, и серый цвет лица. То есть мы опять приходим к тому, что да, все должно быть в комплексе. Но начинать надо, конечно, с эмоций. Вот. Потому что гармоничный человек, он здоровый человек. Здорово. Начали с серого лица, закончили эмоциями. Поэтому, дорогие зрители наши, хотите или нет, мы за мир во всем мире, за любовь, за позитивные, умеренные эмоции, даже можно, наверное, так сказать, за позитивные эмоции, выраженные правильно, да? Гармонично. Ну да, если бывает сложно, конечно, с собой справиться. Есть физические методы, спектры света, фотохромотерапия. Немцы проводили исследование, что даже в темное время суток, если мы просто светим фонариком в лобную долю, то у нас уже улучшение настроения происходит. То есть светотерапия, цветотерапия. То есть сейчас весна, на солнышко идем. Да. Но не забываем про SPF-фактор, конечно. SPF-защита. То есть это очень важно. Особенно те, кто прибегает к косметологическим процедурам. Потому что пигментация, это, конечно... А какой фактор защиты должен быть? Если это эстетические процедуры, лазер, пилинги дермальные, повреждением дермальных слоев, то это, конечно, 50-ка. А если это... Ну, какие-то манипуляции инъекционные, то можно 30 единиц, да. Но помним, что мы наносим за 40 минут до выхода на улицу, обновляем каждые 4 часа. Ну и никто не отменял шляпу, да? Если это какие-то пляжи, какие-то поездки, потому что пигментация – это еще одна проблема, с которой пациенты приходят. Опять же, это надо работать с печенью, с гепатобилиарной системой. И опять мы к печени. Да, к печени, к пептидам, то есть да, все так. Да. Все по кругу. Большое спасибо за такую вот познавательную информацию. Да, я думаю, что многие из этого интервью узнают для себя нового. Я напоминаю, что в гостях проекта НПЦРИЗ Бьюти была Старовойтова Наталья Игоревна, врач-косметолог, физиотерапевт, заведующая отделением больницы Святого Луки. Профессор Воиннистинска. Так вот, Наталья Игоревна, напоследок пожелайте, вот что бы вы пожелали тем женщинам, которые смотрят на нас вот по ту сторону экрана? Я желаю любить себя в первую очередь. Ну и, конечно же, приходить к нам, к косметологам, чтобы становиться краше. Ну и, конечно, улыбайтесь. Улыбка – это интуиция Бога. Вернее, интуиция – это улыбка Бога. На этой красивой фразе мы закончим. С вами была Татьяна Рыцкая и проект НПЦРИЗ Бьюти.